Те, кому ежедневно приходится бороться с преступлениями и нарушениями, правоохранители. Профессия «быть на страже» предполагает высокую меру личной ответственности и, конечно, требования результативности от работы. А потому Новый год в батальоне милиции начался с традиционного инструктажа по доведению техники безопасности. Он состоялся на территории автомобильного парка части. Наши военнослужащие ежедневно сталкиваются с выполнением задач с оружием боевым, а также в городе принесение службы по охране общественного порядка. И если военнослужащий не будет знать требования безопасности, которые прописаны в некоторые моменты даже в нашей жизни, то, соответственно, это может привести к более тяжким последствиям. А потому цель инструктажа – закрепить все требования безопасности, чтобы в дальнейшем избежать возможных несчастных случаев. Практические и теоретические занятия для офицеров и солдат – это прохождение 7 точек при выполнении задач боевой службы, охране общественного порядка, службы конвоирования, саперно-технической службы и другие. Для проверки сегодня войсковую часть 55-26 прибыли гости из столицы страны. Приятно удивлен, это организация, которая при занятии, организации митинга, обучения, которое планируется в дальнейшем личным составом подразделения. Видно, что люди готовились, здесь готовились не только командиры, но и готовились и подчиненные, потому что скоро видно блеск в глазах, видно запал, который не существует, что тот заряд бодрости, энергии и знаний, которые предстоит им дать, они действительно его освоят. Сегодня срочную службу в войсковой части 55-26 несут 110 человек, 45 из которых только недавно, 2 месяца назад, присягнули на верность Родине. Они впервые приняли участие в инструктаже. Я считаю, что данные знания, которые мы получили за эту непродолжительную службу, они нам понадобится не только в служебной деятельности, но и в повседневной жизни. Виктория Нечаева, Павел Малашонок, Антон Луговкин, телекомпания БукТВ.